День добрый. Сегодня я принимаю участие в центре деловых закупок. Зовут меня Антон. Я производитель пастилы, бренды со вкусом. Замечательная, собственно, сама организация. Поэтому всем организаторам большую пятерку ставлю с плюсом. Поэтому, в принципе, все на уровне. Принимают участие участники и, соответственно, закупщики. Кафе, рестораны, сетки разные. Представляю свой продукт, рассказываю о нем, как его произвожу, как, соответственно, он появляется, как его продаю. Ну, собственно, все достаточно просто, но со вкусом. Сегодня, в принципе, порядка 4-5 таких целевых как раз контактов сформированы, которым интересен мой продукт. И, соответственно, интересен я, ну и интересны они мне в плане там различных условий. В следующем году, думаю, что да, буду участвовать, потому что буду развиваться, соответственно, есть к чему стремиться, что развивать, улучшать свой продукт, насколько это возможно. Плюс в том, что действительно в одном месте собираются разные игроки, вот, собственно, разного уровня, поэтому каждый выбирает себе, собственно, по ценообразованию, по всем остальным критериям и могут общаться. Нет никакого, собственно, барьера. Ты можешь подходить как к крупным, так и к мелким игрокам и с ними общаться. Там уже, собственно, ну, наладишь контакт, соответственно, получится. Не наладишь контакт, ну, соответственно, не получится. В принципе, как везде.